Итак, ладно, ребят, давайте продолжим проходить Idolmaster Starlight Season. Мы закончили май и начинаем следующую историю. Июньскую, так сказать. Где мы посмотрим, как дальше все будет развиваться. И надеюсь, в этом месяце мы уже сможем разобраться, что там с Кохаку, поэтому... Надо будет в этом месяце, наверное, прокачать с ней отношения. А то вдруг от этого может зависеть все. Если мы не прокачаем отношения, не узнаем ее проблему, у нас будет гейм-овер. Я не удивлюсь такому исходу. Поэтому в этом месяце надо постараться. Ну что ж, вперед! У нас уже 26 часов. Неплохо. Так, 2 июня. Индивидуальный концерт в конце месяца прошлого прошел с успехом. Все хорошо постарались. И дабы немного расслабиться, мы взяли выходные от всей работы. Продюсер-сан. Пожалуйста, ваш чай. Спасибо, это наш сын. Я выпью немного. Так, телефон звонил. О, это директор телеканала, с которым мы недавно познакомились. Да, здравствуйте. Хорошо постарались, продюсер сын. Постпродюсер. Последнее выступление Luminous индивидуальное было действительно успешным. Мне очень понравилось. Я прям вижу, что все действительно были в хорошей форме. Большое спасибо. Можно сказать, что мы наконец-то, так сказать, начали свой путь. Так вот, я звоню вам, потому что у меня тут есть интересный проект, который я хочу вам предложить, чтобы вы участвовали со всеми девочками из Luminous. Которая сделает вас знаменитыми во всем мире, возможно. Интересный проект. Верно. Называется «Страсть. Хроники идолов». Это документальная программа. А, даже так. В этой документальной программе есть рубрика, которая называется «Открой для себя новых идолов. Близкие встречи с идолами». И я хочу, чтобы вы участвовали в ней. Так, ребят, походу этот месяц будет тоже веселым. Правда? Это было бы здорово. Хорошо. Подробности я пришлю вам по электронной почте позже. С нетерпением жду поработать. Ип. Вас попросили заняться какой-то работой? Да. Это... директор с одного телеканала, с которым я познакомился во время продвижения. И ему понравилась наша группа Luminous. Ну и он попросил сняться в документальной программе. Разве это не здорово? Так, а о чем она? Он сказал, что пришлет письмо с подробностями скоро. А, вот и оно. Страсть, хроники идолов. Это же очень известная программа про идолов же. Помимо прочего, открой для себя новых идолов. Близкие встречи с идолами. Это же очень популярная рубрика там. Я большая поклонница этой рубрики. Я не могу поверить, что Luminous будут участвовать в ней.
Окей. Это проект, в котором сами идолы друг у друга будут брать интервью и снимать друг друга в течение месяца. А, даже так. Хай! Фрешна синджин айдолу но гамбари ни шоутен у атеру концепту десу не? Да, совершенно верно. Концепция заключается в том, что они сосредотачиваются на том, как усердно стараются новые идолы, которые только-только появились в индустрии. Точнее, появились. Начинают подниматься, выделяться. Упорная работа всех идолов так вдохновляет, когда ты это видишь. Итак, что касается содержания этой документальной программы. Так, тут есть несколько предложений. Предложений? Да. Во-первых, это музыкальная программа для идолов. Hello Idol Future. Они хотели бы также заснять, как они будут участвовать в прослушивании. О, наконец-то прослушивание откроется, ребят. Звучит интересно. Я уверена, что мы сможем действительно снять пару интересных кадров. Да, но они сами должны и снимать, и брать интервью друг у друга. Но у меня немного проблема в том, чтобы определиться, кого поставить, так сказать, за главных. Так, ладно, я немного запутался. Так, ну, те, кто лучше всего смогут справиться с подобными задачами, это, конечно же, Харука с ее командой. Ну, в смысле, 765 Pro. А в сочетании с Наной и ее командой, это может создать действительно... В результате может получиться действительно очень уникальный, индивидуальный... Репортаж. Хотя я не против того, чтобы и Мирай с ее подругами тоже поучаствовали в этом. И даже Сакуя со всеми остальными. Ну и само собой, я хочу, чтобы Кохаку тоже поучаствовала и набралась опыта. Это будет тяжело решить, кто будет участвовать. Да, все хорошие девочки. Тяжело решить, кто будет участвовать в этой программе. Но поскольку это рубрика для того, чтобы открыть новых идолов именно. Ну, в таком случае, как насчет того, чтобы попросить 5 девочек из 283 Pro? Помимо Кохактян, они тоже... довольно свежие идолы, которые только недавно появились, даже в рамках Luminous. Понятно. Да, хорошая мысль. Ладно, тогда пусть будут они пятеро. Да уж. Вы действительно спасли меня этим советом. Спасибо за то, что постоянно помогаете. Да не, ничего такого. Будет, конечно, работа не в проворот, но давайте постараемся. Да? Постараемся. Отлично. Мне не терпится рассказать обо всем этом в конце недели всем. Вблизи лично. О, уже пятое. Так, слушайте. Мой месяц, хотя продюсер сказал, что несколько выходных. Сегодня начинается наша юнская деятельность. Нас попросили сняться в документалке. Но прежде чем рассказать обо всем девочкам, нужно провести встречу, которая у меня происходит в начале месяца постоянно. Доброе утро. Продюсер-сан, доброе утро.
お茶が入りました。Чай прибыл. おとなしさんが持ってこられた新茶なんですよ。Это новый чай, что принесла おとなしさん。お待たせしました。Спасибо за ожидание. ななくささんが持ってきてくれた新茶も入れてきました。Накуса-тян тоже принесла тот новый чай. Продюсер, а вы что выбираете? Продюсер, какой бы вы хотели все-таки в итоге выбрать? Так, слушайте, это что такое пошло? В смысле, мне нужно выбирать какой чай? Так, начинается. Вы обе принесли новый чай? Да, ну... Раз вы так старались, то я думаю, выпью оба чая. Отлично. Хорошо, раскрутил. Выкрутился. Поняла. Вообще-то, Мисаки-тян и Сенкава... Сан тоже принесли тут чай для нас. О, господи. Димушони ойтеокото мотте. Минна онажи кото кангайте. Я думала пополнить запасы в офисе, но похоже все так подумали. Понятно. Ну, спасибо. Ну, в следующий раз тогда я выпью ваш чай. Соу десу не. Ну да. Минна де итадакимашо. Давайте вместе выпьем. Хорошо, тогда в тот раз, точнее, в следующий раз я буду той, кто будет наливать всем вам. Большое спасибо. Так, надо его выпить, пока он горячий. Такие вкусные. Да. У каждого из них свой уникальный вкус. Очень трудно выбрать любимый. Я думаю, это действительно порадует всех. Да, я тоже так думаю. Ну, вот такие обычные вещи. Одна за другой, если мы их будем тут собирать, тоже будет неплохо. Да, у Луминус все больше работы в последнее время. Так что давайте следить за тем, чтобы не было проблем с инвентарем, так сказать. Да, я думаю, что действительно расти еще есть куда. В частности, в этом офисе еще много чего не хватает. Верно. Было бы неплохо услышать мнение насчет этого и как можно больше. И, кстати, в июне я, собственно, буду отвечать за всю важную работу. Так что, продюсер, полагаюсь на вас. Взаимно. Тоже полагаюсь на тебя. Отлично. Мы также получили сообщение от организаторов звездного сезона касательно июня и цели. 70 000 фанатов. Целевое количество фанатов на июнь выглядит следующим образом. Вижу. Понятно. Спасибо. Продюсер-сан, удачи вместе со всеми девочками. Если все хорошо пойдет, то в следующем месяце я буду отвечать за всю важную работу. Ну, я сделал все возможное, чтобы оправдать ожидания всех. И жду с нетерпением участвовать снова в собрании. Еще раз, полагаюсь на вас в этом месяце. Ну, лунарную, потому что, да, тот костюм мы использовали. Уже в этом месяце будет новый костюм. Так. Ну что ж, в этом месяце тоже нужно хорошенько поработать для того, чтобы выполнить цель по количеству фанатов для звездного сезона. Вообще-то, Луминус тут предложили участвовать в программе, которая называется «Страсть хроники идолов».
Если я правильно помню, это документальная программа о идолах, не так ли? Да. И еще там готовится еще одно шоу в рамках этого документального фильма. Это прослушивание для музыкального шоу, которое называется Hello Idol Future. Все немного, конечно, сложно, поэтому давайте разберемся все более детально. Взгляните сюда. Так, что у нас тут? Документальный фильм про идолов. Страсть, хроники идолов. Откройте для себя новых идолов. Близкие встречи с идолами. Основные моменты программы включают. Так. Вызов, связанный с участием в музыкальном шоу. Музыкальная программа, посвященная идолам. Hello Idol Future. Ну что, можно перевести как Hello Идолы будущего. Здравствуйте, идолы будущего. Так. Сложности прохождения прослушивания. Документальный фильм про идолов. Страсть, хроники идолов. Музыкальная программа, посвященная идолам. Hello Idol Future. Документальный проект, что объединяет в себе два важных пункта. Будет отличной рекламой для группы. Объединяет эти два пункта, что чуть выше нам показали. Так, все будет длиться месяц. И в конце этой документальной программы вы будете принимать участие в прослушивании. Эй, это же очень популярное музыкальное шоу, не правда ли? Да, это очень известная музыкальная программа, которая транслируется в прямом эфире еще. Это отличная возможность дать миру узнать про Luminous. Тогда за это значит, что в этом месяце мы будем очень много сниматься и усердно стараться на уроках ради прослушивания. Да, я хочу, чтобы вы все действительно усердно старались на своих уроках. Пока будете снимать этот фильм, который называется «Открой для себя новых идолов. Близкие встречи с идолами». Господи, как длинно. Кроме того, концепция этого документального фильма — это старания начинающих идолов. Поэтому я хочу, чтобы члены 283 Pro были, так сказать, ключевыми фигурами, кто представляет Luminous, а остальные были на подхвате. Поэтому хочу, чтобы вы пятеро объединились в одну команду и снимали уроки, различные работы, которые будете заниматься, даже снимали, как проводите выходные и так далее. Все это вы должны делать сами. Роли репортера, оператора, помощников вам стоит чередовать. А касательно того, как разделить эти роли, ну, вы пятеро можете свободно сами решать, в каком порядке кто будет делать. Понятно. Значит, мы должны все сами делать,
Значит, мы должны быть в кадре и сами все это снимать еще. Звучит интересно. Это звучит как-то тяжело. Ну, давайте поработаем вместе и сделаем это. Да? Ладно, тогда давайте будем решать, кто будет первым репортером. А как? Ну, может, камни, ножницы, бумага, или в какой-нибудь лотерее, или что-то подобное. Так будет справедливее всего. Ну, думаю, лотерея будет, конечно, лучше всего. Сделайте 5 бумажек, и на одной из них поставьте символ какой-нибудь. И тот, кто его вытянет, собственно, будет репортером. И так далее. Само собой, перемешайте их. И когда будете готовы, начинайте подбирать каждое по одной бумажке. Большое спасибо. Ну что ж, давайте посмотрим, кому больше всего повезет. Ура! Я победила. А, стоп, чё? То есть это значит, что Тенка... Я жду с нетерпением увидеть Тенку-тян репортера. Репортер документального фильма. Смогу ли я это сделать? Да не бойся, мы тут все вместе в это погрязли. Так что не беспокойся. Не торопись и делай все своим темпом, так, Тенка. Амана права. Тенка, просто расслабься, и все будет хорошо. Я тоже постараюсь. И Ринзе тоже поможет. Тенка-тян, а с ней все будет в порядке? Да нормально все будет. Мы тоже должны поддержать всех. Итак, ну что ж, давайте решим, что вы, какую песню вы будете исполнять на Hello Idol Future. Эту песню вы будете исполнять, как и до этого, в конце месяца. И, само собой, нужно выбрать группу, кто будет исполнять ее. Но поскольку это будет прямой эфир еще, я хотел бы, чтобы мы выбрали песню, которая впечатлит как можно больше зрителей. Ну да, если вы, конечно, пройдете прослушивание, то получите возможность выступить потом в прямом эфире. Тогда как насчет того, чтобы спеть песню другого агентства? Нет. Тогда как насчет того, чтобы спеть песню одного из наших агентств? Прямо как было на индивидуальном концерте. Я тоже согласна с предложением Микотян. Последний концерт был действительно очень волнующим. Богословленные сестры, которые вместе сражаются в священной войне. Чего? Она что, в СМТП переиграла? Так, посмотрим перевод этой фразы. Я чувствую, что благодаря этой песне я стала ближе ко всем, чем когда-либо прежде. Да, но песню какого агентства произвело бы больше всего впечатления в этот раз? Нет, она по Вахе 440. Ну, кстати, да, может быть. Кстати, да, насчет сестер это больше Ваха-Ваха. Ты прав. Ну, учитывая важность документальной программы, то я думаю, логично будет выбрать песню 283 Pro.
Расправь крылья. Что вы думаете про нее? А? Песня о Тенке и всех остальных? Да. Помимо документального фильма, что вы будете снимать для этой программы, я также хочу попросить вас учить остальных девочек танцам и тому, как нужно петь эту песню, которая вам знакома. Все будет хорошо. Мы все поможем. Неправильно, как сказала я Йой. Если мы будем работать вместе, у нас все будет хорошо, не так ли? Йой-сан, Эрукасан, большое спасибо. Ну, раз такое дело, то я согласна. Тогда вы не против, если Шираса-сан вместе с остальными девочками будут работать с нами? Да, я думаю, это хорошая идея. Нана полностью согласна. Амана с остальными сделают все возможное. И надеемся, что вы сможете следовать за нами. Давайте усердно работать. Ну что ж. Тогда я понял ваше мнение. Значит, в этом месяце насчет песни и членов поющей группы у нас будут... Во-первых, поющая группа будет состоять из 5 членов 283 Pro, а также 13 членов 765 Pro. Это Харука и все остальные. Ну и как в прошлых месяцах, члены Luminous, что не является частью поющей группы, также будут принимать участие в уроках, или будут приходить на уроках, так что полагаюсь на вас. А что, так можно, Матвей, да? Почему нет? Да, получается, эту песню 18 идолов смогут спеть. Отлично. Я составила список наших... целей для июльского звездного... приказа. Пожалуйста, смотрите сюда. Итак, собственно, вот цель этого месяца. Итак, насчет сцены, которую вы должны выступать в конце этого месяца, это... Понятно. Luminous будут выступать на Idol Future. Пожалуйста, постарайтесь ради этого пройти прослушивание. Hello, Idol Future. Касательно целевого количества фанатов, необходимое для звездного приказа, 70 тысяч. Но мы как бы это уже видели. Повторять. Я попытался суммировать все следующим образом. Ну и вот мы видим как. Так. До конца месяца нужно собрать необходимое количество фанатов и добиться успеха на Hello Idol Future. Итак, дальше. Задача продюсера на этой неделе. Да не издевается. Короче, основная задача наша.
пройти любой урок уровня сложности beginner или выше с результатом отлично, perfect. Две штуки. Не используя автоуроки, само собой. Продюсер-сан, мури шисугинайде кудасай не. Продюсер-сан, пожалуйста, не переусердствуйте. О, зонтик из ивента Ринзы. Теперь он действительно у нас в офисе как декорация. Короче, понятно. Потихоньку этот офис не будет выглядеть таким пустым. Это непроходимо, Матвей, ну да. Я даже не знаю, как мы будем проходить. Это так сложно. Анилин. Да. Скорее всего, она вообще не рассчитана на меня, к сожалению. Так, засейвимся. Итак, ребят. Начнем с танцев. Итак, ребят, нам нужно выбрать группу на этот месяц. Наконец-то. Наконец-то Такана доступна. Я поставлю ее в центр. Дальше. Не, ну Сакуя. Вообще не обсуждается. Дальше. А вот дальше уже сложнее. Я бы взял Ринзы. Чихаю. И Адзусу. Во. Хотя, нет, давайте все-таки, да, соберем группу из взрослых девочек. Так что надо поставить тогда Рицку. Так. А, Ниблер, ты про это? Ну да, все-таки Ринзы не особо вписывается. Лучше. Ну, учитывая, насколько она высокая, да, она вообще в центре хорошо смотрелась бы. Нет. Это место принадлежит вайфу. Так, бустов нету. Ну, все. С группой определились на этот месяц. Ух, какие девочки. Отлично. Ну слушайте, ну с Такана мы качали отношения, так что они чуть-чуть прокачаны. Как и Сакуя тоже. Лишь Чихая, Адзуса и
Рицку прокачан. Ну, тогда это значит, что в приоритете будет еще прохождение их сюжеток тоже. Ради сердечек и так далее. Ладно, давайте небольшой перерыв сделаем. И потом пойдем дальше. Так, она доступна? Потому что если да, я начну с нее. Да, отлично. Перерыв.